Жена мужа говорит: «Дорогой, скоро Рождество, а не посмотреть ли нам что-нибудь из меха?» Муж: «О, отличная идея! Скорей собирайся, а то зоопарк закроется!» На прошлое Рождество гадала себе. Капала воском воду. Получилась фигура, напоминающая мужской орган. Обрадовалась, думала, мужика себе хорошего найду. Да нет, оказалось, что год хреновый. Гусь просыпается под Рождество и спрашивает соседа по курятнику: «Интересно, к чему мне яблоки всю ночь снились?» Многие девушки на Рождество любят гадать с помощью кирзового сапога. На кого упадет брошенный через забор кирзовый сапог, тот и суженый, если, конечно, не прибьет. Ну как, Рождество-то встретил? Ой, да никак, проснулся, смотрю под елкой, носки лежат. Я так туда рукой-то залез, а там пусто, только зря руки испачкал. Пусть Рождество, как гость желанный, ваш дом тихонечко войдет, и пусть исполнит все желания и счастье много принесет. С наступающим вас Рождеством! Счастья, здоровья, всего вам самого хорошего! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!